Появление на свет Иоанна Предтечи, как Иисуса Христа и Матери Его Пресвятой Девы Марии, предварило чудесное событие – явление ангела, благовестителя, престарелому отцу Иоанна, священнику Захарию. Он не поверил такой новости и в наказании получил от Господа временную немоту. Это событие вспоминается в Святом Евангелии от Луки, которое зачитали на литургии. «И Духа Святого исполнится, через чрево Матери Своя». И многие от сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их. Праздничное богослужение в Жадовском монастыре прошло в малом крестильном храме Иоанна Воина. По ходу литургии владыка с братьями и обители сугубо помолились об избавлении людей от коронавирусного поветрия. В такие времена необходимо быть благоразумными и молиться Господу. В своем архипастырском слове Преосвященный Владыка рассказал о рождении Иоанна Крестителя и о том, какими чудесными и трагическими событиями была насыщена его жизнь. Как младенцем его прятали в пустыне, и как Господь тесно связал его жизнь с двоюродным племянником Иисусом Христом. Он стал основателем таинства крещения. Для всех православных пророк Иоанн – пример стойкости в вере. Вот учитель покаяния нас научает креститься и омыться от грехов наших. Поэтому будем просить Господа, прости грехи наши, омыть беззаконие наши. И иди нас в Царство Небесное. Спаси Христос всех с Рождеством, с Иваном Пророком. Дмитрий Егорин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Улправда ТВ.